Большая девочка, сантиметров 70. Ручка. Еще одна ручка. Краска родная. Ножки с родной краской. Шарниры хорошие. Такое у нас тут хлопковое платье, сшитое на руках. Возможно, винтажное. А может, да, антикварное. Белье красивое. Так, сорочка и штанишки с бантиками. Красивые. Угу. Давай голову распечатаем. Какой парик хороший, надо же, какой густющий парик, какое красивое личико, прям прелесть. Так, на голове у нас тут ленточка, парик у нас из мохера, малышка очень красивая, волосы густющие. Так, сейчас парик мы снимем. Так. Вот так вот мы выглядим без парика. Это у нас Арманд Марсель 390. Личико очень красивое. Это просто волосы. Так, ушки у нас не проколоты. Глазки у нас карие. Зубов 4. Голова целая. Глазки, думаю, спящие. Оп, давай померяем ее рост. Сколько? 26,66. 26 инча и 66 сантиметров. Парик у нас выглядит как антикварный, очень хорошего качества. Пейт, видимо, тоже старенький совсем. Волосы шикарные. Хорошая девочка. Хотел.